Анонс и дата выхода пятой серии нового сериала «Женщина в состоянии развода». Пятая серия сериала выйдет на интернет-площадке Кион 30 июня. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как успешный стоматолог Вера Никифорова никогда не подумала бы, что в один из обычных дней судьба сыграет с ней такую злую шутку. И теперь, ввиду сложившихся обстоятельств, ей необходимо как можно быстро отыскать того мужчину, который, по ее мнению, сможет стать отцом ее будущего ребенка. При этом ей нужно сильно поторопиться, чтобы ни в коем случае не опоздать. Напомним, пятая серия сериала выйдет на интернет-портале Кион 30 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.